Ольга Лыкова очень активный друг, подписчик. Просит рассказать своими словами про Степана Бандеру. Кто это, почему его так не любят в России? Интересен ваш взгляд. Ольга. Ну, потратьте время, почитайте. В всяком случае, вот то, что о нем говорят, там, коллаборационист, сотрудничал с фашистами, он в концлагере провел, по-моему, до 44-го года. Боролся за независимость Украины. Организовал сопротивление советской власти, боролся с советской властью задолго до того, как мы все это начали делать, осознав, что это там современная форма рабства, советская система. Его не любят чекисты, потому что он руководил этим освободительным движением года до 56-го, по-моему, его убили. Убил его агент НКВД, КГБ. Настоящий борец, настоящий патриот Украины. То, что про него придумывают там по поводу там погромов, ну, были конфликты и с поляками. Вот что-то я не слышал, чтобы поляки его обвиняли в антипольских настроениях. Кстати говоря, вот вся эта история с 48 по 54 год, это же период мощнейшей антисемитской кампании в Советском Союзе, когда евреев там на улицах избивали, пытали вот эти на процессе врачей. Обвинять Бандеру, когда чекисты обвиняют Бандеру в антисемитизме, такие последовательные антисемиты практики обвиняют борца за свободу, независимость Украины. Вот это, ну, по крайней мере, нелогично. Вот почитайте, это замечательный человек, и я понимаю украинцев, почему они его любят, потому что он боролся за их свободу со страшной империей, Советской империей, и боролся в условиях, когда шансов на победу либо совсем не было, либо они были очень маленькими.